8 ottobre ho raggiunto Lisičansk, una città che lo scorso luglio è stata conquistata dall'esercito russo e attualmente rischia di trovarsi nuovamente sulla linea del fronte. Questa volta però ad avanzare è l'esercito ucraino. È avanzato su Krasny Liman, non distanti da qua, e probabilmente si presume che tenterà nuovamente un attacco su Svatovo e Kremennaya, piccole cittadine che si trovano letteralmente confinanti con questa Lisičansk. Su Lisičansk potrebbe arrivare un altro attacco poco più a sud. Lungo la strada che porta Lisičansk e Severodonetsk si incontrano pochi mezzi militari. Altrettanto poche sono le auto di coloro che abbandonano queste città per timore dell'avanzata ucraina. La situazione è stabile, i rumori della guerra sono rari. A Lisičansk circolano gli autobus, per strada si incontrano non poche persone. Su 110.000 abitanti ne sono rimasti 30.000 e, stando a quanto racconta la gente del posto, molti stanno rientrando in città. Proseguono i lavori per riportare acqua, luce e gas. Sono diverse le attività che ripartono. La popolazione è aperta, disponibile a parlare, a raccontare il proprio punto di vista, ma non tutti lo vogliono fare davanti alle telecamere. Pochi credono che l'Ucraina possa tornare, ma la guerra è lunga, difficile immaginare quello che succederà domani. Le repressioni, gli arresti, le torture di Kiev nei confronti della popolazione che ha sostenuto il referendum o che ha collaborato con i russi sono fatti reali che fanno paura. Хочется, чтобы Зеленский и Путин заключили наконец-то мир и прекратили убивать вот такую молодежь, как вы, чтобы не погибали ни дети, ни внуки. Если вы напишете эту правду. Зеленский сказал, что готов на переговоры только когда в России будет другой президент. У меня просто нет слов, чтобы сказать этому Зеленскому. Ему 40 лет, 44 года. Ты прекратишь убивать молодежь или нет? Молодежь погибает. Зачем убиваете славянский народ? Друг друга убиваете. Брат брата. Это что такое в 21 веке? Я даже не знаю. Надеемся, что все будет хорошо, конечно. Вы верите, что хорошо. Украина может вернуться и в Лисичанск? Лучше не нужно. Лучше не нужно, потому что говорят, что они в Купянске издеваются над народом. Сильно издеваются. Много людей осталось в городе? Ну, я думаю. Ну, уже возвращаются. Много возвращаются? Людей возвращаются. Несмотря на ситуацию. Да, и не хотят уезжать, да. Нет, некоторые пожилые там к родственникам поехали. А так в основном все никто не уезжает. Никто никуда, никто не хочет, потому что мы это пережили все. Вот это вот, развалины вот эти наши. Русских не было в помине, а тут все разваливалось, вон стреляли. Почему? Кто стрелял? Как вы думаете? Ну ясно, сам не дам, другому не дам. Я думаю так. Проводился референдум в Лисичанске? Конечно, да, все ходили? С желанием шли. Люди ходили? Да, все шли, и в очередях стояли, где были пункты, все стояли, голосовали. Вот так. Меня расстреляют. Я уже когда-то попадала, говорю, ну тебе секир башка, если вернуться. Не, ну, вот так-то. Не боитесь, что действительно вот то, что отношений может быть? Кто его знает, все может быть. Ну, я уже жизнь прожила, лишь бы молодежь не погибала, ни русские, ни украинцы. Как вы думаете, как можно завершить эту войну, закончить? Я думаю, Зеленскому нужно взяться за ум, не слушать Америку, а пойти на переговоры, чтобы своих ребят не терять.